Друзья, у нас сегодня воскресенье, по-моему, потерялся я, 29 ноября 2020 года. С вами канал Саша Оксана, USA США. Решил сделать вам маленькое включение, показать, вот как бы у нас тут маленькое чрезвычайное происшествие. Ну, думаю, слава богу, все будет хорошо. Вот такое получается, вот так вот выглядит. Это как бы привычные кадры, а дай бог, чтобы они не частыми были. Как в Америке вот это работает. Плохо стало кому-то из жильцов. Из жильцов то ли нашего дома, то ли соседнего дома. Или, может быть, да, мы вот начало не видели, или, может быть, шел по улице человек около нашего дома. Либо вот он оттуда шел, у нас здесь вот пешеходная дорожка, в темноте сейчас не видно. Вот здесь пешеходная дорожка, вот она идет. А наш дом на холме располагается, вот это как бы проезжая часть, и мы на холме стоим. Вот одна машина уже уехала. Скорая помощь одна уехала, вон она поехала. Полицейский стоит, это полиция. И стоит вторая. Харрисонбург Rescue Squad. Тоже скорая помощь, я так понял, какая-то служба. Подкашливаю, друзья, потому что ничего плохого, ничего военного. Просто из теплого помещения вышел. У нас там, наверное, градусов 25, поднатопили мы что-то. А здесь ноль, так по ощущениям ноль, перепад такой. Вот, непривычно для этой местности, как бы. И на носилках его прямо вот по этому холму вот так вот спускали. А, ну значит, он не шел, раз его на носилках спускали. Вот, а может быть, с другой стороны, они бы заехали бы к дому к нам. Вот непонятно, они бы заехали к дому, вот так бы они туда во двор, и выехали бы вот с той стороны, с той. А они вот здесь вот, они не то, что его спускали, не вот так они его прям спускали, а вот здесь они как-то положили, но я не видел, как ложили, они вот здесь его подняли и вот здесь вот так снесли. То ли он плохо стало и лег на травку, он шел, ему плохо стало, и он лег на травку. И подъехали, погрузили, кто-то увидел. То ли, может быть, быстрее подъехали, очень срочно, и как-то забежали, прям не знали, может, как, с какой стороны заехать. И напрямую прям... вот здесь по холму, поэтому его как бы к дороге быстренько. Может быть, не знали, с какой стороны к нам заехать, потому что нам надо либо с той стороны далеко как бы заезжать, либо с той стороны. А здесь, может быть, напрямую, не знаю. Но вот, во всяком случае, приезжает всегда 2, 3, 4 машины для того, чтобы забрать человека. Приезжает скорая помощь всегда. Вот еще какая-то Харрисонбург Rescue Squad. Тоже какие-то спасатели. И... вот полиция всегда приезжает. Скорая помощь уже уехала. Загрузили его, увезли. Эти двое стоят еще. Вот. Ну, вот так вот. Это как бы привычно для Америки, когда человеку плохо. 2, 3, 4, 5 машин может приехать. Городок небольшой. Технической службы много. Служб различных много. Вызовов сейчас немного. Их всегда немного, как бы. И всегда вот приезжают много машин. Все, наверное, друзья, больше как бы особо интересного нету. Вот там гора у нас большая, ее не видно в темноте. Вот там наш город заканчивается уже. Мы уже как бы так с краешку города находимся. Новый район считается у нас. Похолодало, последнюю неделю похолодало. То есть ночью опускается до нуля, до минус одного, до минус двух. До минус трех. Днем... 8, 10, 15 градусов. Так, по дням колеблется. В разные дни по-разному. 8, 10, 15 плюс. Вечерком уже где-то, наверное, плюс 5, плюс 4. И ночью 0, минус 3. Вот, правда, прошлую ночь было тепло. Плюс 5 было. А вот сейчас, наверное, где-то к нулю упало. Все, наверное, они еще могут долго стоять здесь, мне кажется. Они могут стоять, знаете, что еще минут 5, 10, 15, там бумаги заполнять.
в онлайн выходить, скидывать, что они там выехали, сделали отчет какой-нибудь. Вот, связаться со своей службой где-то в полицейском участке или в больнице, что-то там скинуть, отзвониться, что забрали, доложить. Они еще минут 5-10 могут тут постоять. Все, друзья, смотрите наше видео. До новых встреч в эфире.